Фэшн-елка отличается от елки традиционной тем, что в ней участвуют юные модели, а вместо зайчиков и снежинок – модные луки, составленные стилистами. Мы приравниваем наш праздник к Новому году, и, соответственно, все наши девочки и мальчики, они на самом деле прекрасны и красивы сегодня, и мальчишки, и девчонки, мы на настоящем балу. Это первый наш такой большой показ у наших детей. Мы все волнуемся, мы все переживаем. Но я надеюсь, что у нашей девочки выступят сегодня очень хорошо, покажут коллекцию. Очень у нас огромное количество брендов, партнеров. Это Шупет, это Баттенблю, это Антаспорт. Мы даже спортивные бренды показываем. Очень много молодых дизайнеров. Летдресс, Марисофт. Огромное количество у нас дизайнеров, и мы рады с ними поработать. Это шоу от агентства Celebrity Model Group, своего рода годовой отчет о проделанной работе, кто и как освоил искусство дефиле и мастерство фотопозирования. Мне нравится просто по подиуму ходить. Наверное, все-таки фотосессии. Поездки. Фотосессии. Да, кастинги. Фотосессии. Все нравится. Мне нравится ходить по подиуму. Я люблю фотографировать. Идти по подиуму и стараться. Потому что на тебя сейчас все смотрят. Всем ты нравишься, все тебе улыбаются, ну, как мне кажется. И хочется как бы тоже улыбнуться, но надо идти просто с каменным лицом, смотреть как модель. В качестве модных критиков в зрительном зале родители, они же самые главные VIP-персоны этого показа. Дети нарядные, красивые, они хотят выступить, у них есть задор и стремление, а родители за них очень сильно волнуются. Я думаю, что сегодня волнуемся больше мы, потому что уже Милана у нас привыкла к различным выступлениям, показам, съемкам. То есть у нее нет никаких преград, нет волнения, но волнуемся, мы очень сильно за нее переживаем, как она будет на сцене. Вообще давно уже хотела, чтобы ребенок у меня развивался в этом направлении. Вот, и узнали об арт-агентстве Celebrity и решили вот отдать туда Александру, очень все нравится. У меня ребенок снимался уже в Москве в документальном фильме. Ему это очень нравится. Наша семья нацелена на то, чтобы развивать детей в разных направлениях. В действительности наши будущие звездочки, которые сейчас блистают на этом подиуме. Моду создают молодые. Так было в этом мире всегда. Что же касается нынешних моделей, они появляются на подиуме, едва научившись ходить. А к годам 5-6 имеют полное представление о том, как создается фэшн-шоу и кто этим сможет правильно руководить. Мои преподаватели высокие, добрые и громко говорят. Они добрые, веселые. Самые лучшие преподаватели мира. Даже не ругаются. Ну, бывает, но... Иногда, да. Хорошие. А строгие ругаются? Бывает. Этот год оказался успешным не только для юных моделей. География Celebrity Model Group с открытием новых филиалов стала еще шире. А что можно пожелать на Новый год тем, кто профессионально занимается модой? Конечно же, удачных кадров и успешных кастингов, новых творческих проектов, армии поклонников и мирового признания.